Премьер-министр Таиланда распустила парламент из-за массовых акций протеста. Выборы должны пройти в течение 2 месяцев, но демонстрантам этого мало. Сегодня они снова на улицах Бангкока, требуют немедленной отставки правительства во главе с Йинглак Чинават. Люди убеждены, реальная ситуация в стране контролирует ее брат Таксин Чинават, бывший премьер, бежавший из страны 7 лет назад после переворота.